Неправильный режим сна негативно влияет на мозг подростков. Исследователи из Франции проанализировали данные 177 учащихся средних школ Парижа в возрасте 14 лет. Специалисты изучили мозг подростков. Также участники ответили на вопросы о режиме сна. Чем позже подростки ложились спать в выходные, тем меньше у них было серого вещества в лобной коре. Эти области мозга связаны с вниманием и многозадачностью. А что нас ждет сегодня, узнаем прямо сейчас. Рубрика «Гороскоп». 16 марта. Овен. Возможно, сейчас более благоприятное время для перемен и новых начинаний. Условия окончательно созрели, и судьба хранит вас от внезапных опасностей. Единственное, что от вас требуется – зря не рисковать. Телец. Несмотря на вполне благоприятные финансовые тенденции текущего месяца, вероятен ощутимый отток денежных средств. У одних это может быть связано с детьми и семьей, у других – с усилившейся тягой к романтическим приключениям, развлечениям и разного рода удовольствиям. Все свои дела держите в полной ясности, чтобы не стать жертвой обмана. Не соглашайтесь на авантюрные предложения. У близнецов в первой половине дня множество неприятных ситуаций, возможно, на работе. Не исключены несправедливые претензии властей, которые вы в силах разрешить самостоятельно. Рекомендуется не афишировать все свои действия и планы. Избегайте долгов, кредитов, суд, а если все-таки долги появились, старайтесь возвратить их в срок. У раков удачный период для операций с недвижимостью, решение наследственных вопросов. Быстро реагируйте на все поступающие деловые предложения. Многие из них заслуживают вашего внимания. При необходимости можно заняться оформлением любых документов. Для львов день символизирует силу слова. Брошенные вскользь слова могут нанести вред вашей репутации. Сегодня вряд ли оценят ваши оригинальные методы работы. Постарайтесь критически оценивать себя. Не унижайте достоинства окружающих вас людей. Дева. Болезнь этого дня затрагивает глубинные пласты подсознания, страхи, детские комплексы и является следствием неправильного образа жизни. Большое значение при лечении болезни этого дня имеет вода. Рекомендуется пить святую воду, серебряную и минеральную. Благоприятно скажется баня. Весы. Вероятно, увольнение, но на вашем горизонте появятся новые необычные люди, которые станут вашими постоянными партнерами на длительное время. И хотя их предложения поначалу и внесут некоторое смятение в вашу деятельность, впоследствии все сложится как нельзя лучше. Путь к успеху тернист, но помните, что временные неудачи существенно не изменят ваших планов. Скорпионы, в это время вы можете быть подвержены дурному настроению. Минимум на весь день вы можете оказаться во власти стрессовой ситуации. Вам будет полезна консультация психолога. Легкое успокаивающее средство – валерьяна или пустырник, хвойные или валерьяновые теплые ванны. Стрелец. В решении проблем помогут друзья, партнеры и покровители, то есть люди, которые ценят вас и уважают. Если будете упорно работать, то оправдаете заботу и участие близких и коллег в вашей судьбе. Консерватизм и энергетический застой козерогов может привести к непредсказуемым разрушительным последствиям. Необходимо всю свою энергию направить в созидательное русло, контролируя и просчитывая каждый шаг. Водолей. Сегодня в учебной сфере вероятны нестыковки и недоразумения. Интриги, связанные с нежеланием заинтересованных сторон идти друг другу навстречу или выслушать оппонента. Да и сам процесс обучения сопровождается целым рядом осложнений. Нельзя увлекаться распутыванием интриг и загадок в коллективе. Не тратьте зря силы на то, что на самом деле вам совершенно не нужно. Рыбы. Погода улучшится и настроение заметно начнет меняться в лучшую сторону. Улучшится и ваше здоровье. Поправить здоровье можно, уравновесив свое душевное состояние. Не ведите слишком активный образ жизни, однако не следует становиться и затворником. Самое время поискать информацию об имеющемся у вас заболевании и применить на практике рекомендации по избавлению от него. Хорошее время для изменения режима питания.